Не поставив в известность Григорьева, Корнилов и Чернышов проводят обыск в пекарне, но наркотиков так и не находят. В то же время неизвестный предупреждает склад о шмоне, и начальник склада изымает меченый мешок из машины, направляющийся в колонию. Выяснив из накладной адрес склада, Корнилов едет туда, чтобы сопоставить с фотографиями из планшета месяца. О визите Корнилова кладовщик докладывает Шерхану, и тот решает, что от него пора избавляться. Как когда-то от месяца, Корнилову сообщает, что к нему приехала жена Лена. Так как он решительно настроен на развод, то сбегает ночью к Любе.